Ведь это же было удивительный вокал, который был близок всем абсолютно. Ему было подвластно все. В 70-е годы он был кумиром миллионов советских людей. У него не было предела, не было ограничений. Так он звучал, Юра. Талантливый человек. Он выступал на лучших оперных сценах всего СССР. У Юры поклонниц. Это с ума сойти. Я вообще думала, бедная его жена. Я вышла за артиста, но он мне тут же так улыбнулся и сказал, ну, Бог тебе рога наставляет. Тяжелая болезнь не давала покоя легендарному певцу почти 10 лет. К сожалению, к огромному, астма его мучила. Неоконченная песня. Юрий Гуляев. В воскресенье на ТВ-РУС.